Привет, друзья! Я тут как-то прочитал в интернете прелюбопытнейшую новость. В Москву, в Кремль, едет его величество шаман. Не буду вдаваться в подробности о его целях, которые он преследовал. Ну, шаманы всегда имеют определенные цели. Но вот у меня сегодня главная цель. Это пьеса, которую я сочинил и записал в своей студии, и, конечно, я назвал эту пьесу «Шествие шамана к хану». Ну а к кому же еще? Так ведь оно и есть. С какой стороны ни посмотреть, все именно так. И назвал я все это под впечатлением от происходящих быстро изменяющихся событий, которые трансформируются в истории нашего государства. И все эти факты, благодаря интернету, никто никогда не спрячет и не засекретит в архивах бывшего КГБ. Эх, зря все это запрещено, ей-богу. Пора народу знать всю истинную правду. Только вот доживем ли мы до этого когда-нибудь? Ну да ладно. Итак, смотрим и слушаем «Шествие шамана к царю». Ой, что я говорю? К хану! Поехали! Поехали!